Новая неделя, новые информационные бомбы. Одесский минер продолжает отправлять анонимные сообщения. На этот раз правоохранители занялись проверкой 373 школ и детских садов. Псевдозаминированные здания обследовали следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Администрация учебных заведений заверила, что эвакуация прошла быстро, всех детей отпустили домой. А папы и мамы уже традиционно срывались с работы, чтобы по первому звонку прибыть в учреждение. Эвакуація здійснилася швидко. Ми, мабуть, за майже 5 хвилин вийшли з ліцею всі 540 учнів і 40 вчителів. Поліція в нас вже була, вони приїхали, оглянули помешкання всі, які є в ліцею, склали акт. Ну, звісно, нічого не знайшли. Я сподіваюся, що нічого не знайдуть, бо територія ліцею закрита. Напомню, в прошлый раз минер-шутник сообщил о взрывных устройствах в 186 детских садах. Электронное сообщение поступило 20 января. Ранее 15 января полиция проверяла 185 учреждений дошкольного образования. В обоих случаях взрывчатку не нашли. Полиция продолжает искать минера, однако пока его личность остается неизвестной. Родители с содроганием ждут следующей недели.